Руководители ряда министерств Карачаева-Черкесии стали участниками заседания, на котором обсуждались вопросы государственно-частного партнерства по созданию объектов спортивной инфраструктуры. Там же был презентован один из возможных проектов, реализация которого предполагается в северной части республиканской столицы. Подробности в репортаже Артура Мхце. Таким видится возможным инвестором одно из предполагаемых спортивно-досуговых учреждений Карачаева-Черкесии. Презентация проекта прошла в Доме правительства во время заседания на тему государственно-частного партнерства по созданию в нашем регионе объектов спортивной инфраструктуры. За пример успешной реализации был взят комплекс в Набережных Челнах, который строители сдали всего за 2 года. Министерство спорта России в прошлом году проводили мероприятие, всероссийское совещание на территории Северной Осетии Алании, куда мы пригласили всех министров Северо-Кавказского федерального округа, презентовали все меры поддержки, которые существуют у нас в Министерстве спорта России. И мы уже говорим о том, что на территории республики будем реализовывать целых 2 проекта. Мы возьмем комплекс также 6000 квадратных метров, предусмотрим внутренние уличные бассейны, парковки, бани, сауны. Обязательно будет детский бассейн для создания семейного отдыха, кафе, массажные кабинеты, парковку. И есть своя особенность. Мы воспользовались, скажем так, той изюминкой, которая есть в Черкесске. Кто знает, город расположен над таким подводным озером с термальной лечебной водой. Озеро довольно глубоко, но мы предусмотрим в своем проекте бурение скважины 1,5 километра глубиной. Учитывается в том числе такой нюанс, как более высокая сейсмичность региона по сравнению с Татарстаном. Предполагается, что проект, выполненный в формате семейного спортивного досуга, будет реализован на территории нового микрорайона Черкесска-Спутник и станет центром притяжения для жителей и гостей Карачаева-Черкесии. Мы понимаем, что в принципе близость и жилых кварталов, и близость рекреационной зоны, она позволит привлечь клиентов. Кроме того, это первый этап большого рекреационного кластера. То есть мы понимаем, что для семейного отдыха мы можем разместить рядом, обязательно разместим, это гостиницу, медицинский комплекс, потому что не воспользоваться возможностями термальной лечебной воды с точки зрения инвестиционного проекта, мне кажется, было бы опрометчиво. Планируется, что благодаря государственно-частному партнерству этот проект можно будет реализовать в течение 2 лет. Артур Мхце, Мухаммед Ишабоков, Вести, Карачаево-Черкесия.